Вот это проблемное дерево, которое должно быть голден, а в этом году было непонятно что. Высоте где-то метров 5-6. Сейчас ближе посмотрим. Знаю, что это, но в принципе что-то мокровато. Это у меня тут пояс был от муравьев, еще остался. Здесь тоже чуть-чуть хорошо дышится. Вроде никто не подгрызал ничего. С виду даже лучше, чем соседняя, которая нормально все дала плоды. Его и замазывал варом. Сорта этого даже не знаю. Здесь это тоже я замазывал. Это у меня кальвиль снежный. По высоте даже больше, чем это голден. Такие вот у меня деревья. Не только у меня. Наши. Еще остались листья. Здесь у меня клубника. Укрыто уже. Только что укрыл. Такой ветер сильнейший. Уже слышите железные такие звуки, удары железа по железу. Это у меня от пугателей кротов это замучили в этом году как никогда. Вот в принципе все.